Добрый день, дорогие друзья! Надеюсь, меня видно, слышно. С вами Дмитрий Черепащук. И посмотрим с вами интересные идеи, которые у нас сформировались за прошлую неделю и под конец июля. На нефть обращу ваше внимание, потому что сейчас очень интересная ситуация. После вчерашних событий у нас произошла, после выхода именно запасов по нефти, по дневке. По дневке у нас восходящий тренд, да, мы на прошлой неделе говорили, что если у нас будет вот здесь какая-то болтанка и выход вниз, тогда мы будем рассматривать, как это уже понижающий разворотный тренд. Но, как мы видим, выкупили, причем моментально, вышли выше, да, постояли тут и закрепление произошло выше уровня. Вот такая выкупная свеча, стоим, все хорошо. Скорее всего, пойдем выше. Объясню почему. Потому что вчера, когда вышли запасы по нефти, вышел колоссальный объем, и кто-то удержал. Да, запасы, если я не ошибаюсь, честно, по-моему, они были плохие. В плане того, что запасов было больше, да, то есть, соответственно, нефть должна была дешеветь. Но, тем не менее, кто-то удержал, кто-то выкупил это все. Объясню, почему этот объем меня так, грубо говоря, да, возбудил. Такое слово. Потому что на таких обычно объемах у нас и происходят развороты. Вот если вы увидите, разворотные точки примерно вот по 500 тысяч контрактов как раз и есть. Если смотреть по истории, видите, то есть с таких примерно объемов начинаются развороты. Поэтому, если здесь не пустили ниже, естественно, что у графика нет никакого выхода, только идти выше, ну или залечь в такое же боковое движение и копить позицию, только тогда уже нужно смотреть, куда будет выход из этого накопления. Как мы видим, накопления вышли выше, да, если взять его так, так, как бы вы ни чертили, по хвостам, по телам, мы видим, что выход выше из данного канала. Поэтому обратите внимание на нефть, даже сегодня в пятницу можно взять позицию, да, если дадут закрыть 3-4 к 1, я бы даже позицию перенес через выходные, потому что, скорее всего, в понедельник мы увидим еще лучшее движение, да, еще симпатичнее, еще красивее. Поэтому после такого объема, после такого удержания, скорее всего, инструмент пойдет выше. Но не заходите, да, на все плечи. Это, конечно, объем, это красиво, это по тренду, но это рынок. В любом случае могут нас сегодня загнать, появиться тут еще более крупный игрок, скупить это все, развернуть нас и сказать: ребята, а мы идем вниз. Всем спасибо, все свободны. Поэтому очень аккуратно, но нефть хорошо смотрится. Это моя рекомендация. По золоту. По золоту также ситуация симпатичная, но если говорить сегодня, скорее всего, вы на 5 минутки, вот обращу ваше внимание, скорее всего, мы уже не успеваем. Хотя золото такое волатильное в плане, в кавычках, да, волатильное среди дня, что оно обычно под вечер реализуется, под какие-то новости, под открытие Америки. Поэтому можно посмотреть, я бы посмотрел его где-то от 18-15, вот где-то здесь я бы посмотрел на вход, но пока мы улетаем, и может быть такое, что, скорее всего, мы эту цену уже не увидим. Потому что также закругление было очень хорошее, накопление. По золоту, да, мы с вами много уже недель подряд разговариваем, что нас слили, мы стоим, и нас дожимали вниз, да. Но, тем не менее, вы видите, вот этот лоу, вышел объем, вернули обратно и поехали по стандартному сценарию, то есть все-таки откат какой-то будет. Единственное, что он очень затянулся, и это уже, скорее всего, трактовать как откат, да, если кто-то по технике, кто-то придирается к терминам и прочее, уже трактовать нельзя, потому что это уже своего рода накопление, да. То есть мы стоим в каком-то боковике, и, скорее всего, из него будет выход в ту или иную сторону. Сейчас мы можем предположить, что после такой свечи, да, вчерашней, после выхода объема, скорее всего, так как реализуется этот объем вверх, да, смотрим на открытие лонговых позиций. Единственное, что растянутое движение, вы видите на часовике, я бы уже ждал отката, я бы не спешил. Все красиво, все замечательно, но я бы уже ловил его где-то в этих зонах. Или я сказал, как сегодня, 18-15. По часовику это зона 18-10, вот тут где-то тестирование. Естественно, золото не ходит без ложных пробоев, без выноса, вы видите. Каждый раз колят, какая-то зона есть. Даже четко уровня как такового вы выделить не можете. Потому что здесь уровень прошили. Хочется взять эту точку, прошили. Хочется взять эту, не добили. Какой из них взять, непонятно. Потому что боковик идет набор позиций. Где бы вы ни взяли, вас в любом случае выкинут. Потому что так работает крупный игрок. Без вас он объем себе не наберет. Поэтому, если ближе к сути, сегодня я бы посмотрел на откате 18-15. Если в долгосрок в плане
понедельник, вторник, среда, уже это будет август, я бы смотрел откат к этой зоне. Если бы протестировали на объеме, это был бы шоколадный шоколад, и здесь бы я бы уже смотрел на выход выше. По евро-доллару, в принципе, ситуация такая же. Единственное, что я вам хочу показать, это то, что каждый раз затухание волатильности, и нет возможности его, вот, как сказать, да, толком торговать. Вот именно толком не получается, потому что хочется взять хорошую позицию от уровня, все красиво, смотришь на АТР, ты банально можешь поставить больше стоп, но у тебя не хватит тогда запаса хода, чтобы забрать свои там 3-4 к 1, нужен больше стоп. Ставишь больше стоп, за день он не проходит нужное количество пунктов, приходится закрывать, то есть не до тейк, да, там 1 к 2, 1 к 3, это ломает вашу статистику. То есть когда вы теряете на полную котлету, полный стоп получаете. А когда зарабатываете, даже не дозарабатываете 3 своих стопа. Поэтому хорошая ситуация, также вроде бы смотрится красиво, да. Опять же, вроде бы, потому что слабее золото. Если по золоту было явно видно, нас укатали, не пустили вниз, выкупили. Все. Здесь наоборот. Нас укатали и дали еще ниже, и ниже, и ниже. И каждый раз мы идем. Поэтому сейчас ситуация красива. Выкупной бар на объеме 300 тысяч контрактов. Великолепно. Но растянутое движение, все равно давят, каждый откат давят, только откатились, задавили, одна свеча зеленая, 3 красных, поэтому смотрите, ребята, очень аккуратно, скорее всего набор, да, какой-то происходит, очень локально, можно пробовать торговать на лонги, потому что после такой свечи, скорее всего, будет продолжение, нельзя такие сигналы как бы упускать из виду, потому что обычно с таких прям сильных разворотных, а еще, видите, тут прям 3 свечи таких красивых, да, в плане техники. Поэтому нельзя такие сигналы упускать. Но очень аккуратно я бы советовал, например, взять риск там 50% от вашей стандартной позиции. Если вы берете там на 100 долларов, на 200, возьмите там на 50 или на 100, да, если вы, у вас риск 200. Чтобы не упустить, вы знали, что вы там были, что-то заработать, но и много не рисковать, потому что, если честно, инструмент, как говорится, тухлый, да, потому что волатильности никакой нету, все вроде бы красиво, но тем не менее день туда, день сюда. По доллар-рубль. По доллар-рубль хотел еще вам сказать. Мы все время смотрели, да, с вами на прошлых неделях. Вообще за этот месяц я говорю, что разворотная модель, скорее всего, разворотная модель, потому что нефть давили, да, мы видели по нему, по нефти, прошу прощения, видели хорошие снижения, да, которые выкупили. Но тем не менее, по рублю укрепление сейчас происходит в сторону... Господи, я говорю, укрепление. Происходит снижение, да, в плане доллар-рубль. И как такового выхода наверх не последовало. Теперь что нам стоит ожидать? Мы видим четкий канал, да, я себе отметил 75-660 там в районе. И 72-770. Пока мы вот внутри, я бы не стал его вообще торговать. То есть по доллар-рубль выжидательная позиция. Как только мы придем к этому какому-то ключевому уровню, тогда можно смотреть. Пока лучше доллар-рубль вообще отпустите. Торгуйте то, что ходит, то, что хорошо смотрится. Поэтому по рекомендациям это все. Желаю вам хороший провести последний месяц лета, августа, отдохнуть, заработать денег, подготовиться к сентябрю, если это будет ралли, как всегда, да, если будет хорошая позиция, а обычно это так. Поэтому хороших вам выходных, всего доброго.